Уральский Russia One следующим летом протестируют в Москве. Инновационный трамвай в эти дни стал главным событием на столичной выставке. Мэра Сергея Собянина впечатлили технические характеристики транспорта. Проектом заинтересовались и иностранцы. Russia One – разработка уральских конструкторов. Пока ни один трамвай в мире не может превзойти этот состав по эргономичности и экономичности. Вагон оснащен системами GPS и ГЛОНАСС-навигации. В R1 встроенный Wi-Fi, камеры видеонаблюдения, кондиционер. В салоне антибактериальные поручни. Одновременно трамвай может перевезти до 270 человек.